И снова здравствуйте, это Just Play It и ретро-насилие. Мы продолжаем играть в Doom. В прошлом выпуске мы нашли Эша, нам осталось найти кого-то еще. Ну да, мы здесь осталось нам найти Джека Николсона. Понял, ладно, давай бой. Яичко-то больнее, да? А ты думал, это тебе не палкой махать. Блин, где Джек Николсон? Жаль, но мы его найдем. Ладно, давай сохранимся. Ну ладно, бой так бой. В этот раз в глаз, извини, без предупреждения. Салют, дорогой, как дела? Ты прикинь. Где эта тварь, я ее убью. Кусь-кусь. Смотри, столько сердец у меня осталось, и не взять нифига. Дрины. А вот и дверка. Видишь? Блин, где Джек Николсон? Хрен бы на эту, блин, броню. Ну, короче, мы теперь знаем, как ее отличить. Это должна быть дверь. Нужно всматриваться в каждую листу. English motherfucker. Так, ладно, сердца остаются, хорошо. Крудок скро, как курятина. English motherfucker. Что-нибудь поинтереснее. О. Ладно, это был забавный опыт. Так, кстати, надо вернуться за сердцами. Пока они тут есть в доступе, надо их пользовать. Дверка, окей, хорошо. Хранитель казематов. Что-то новое, походу, появилось. Но я прекрасно чувствую себя с двойным стволом. Ну, то есть, дробашом. Ну, то есть, с обрезом. Ну, то есть... I need a key. Да, вы знаете. I need a key. Ты чё, агроном? Вставай. Ну, как ты думал, два ствола, это тебе не с одного. Чёртова агронома. Совсем охренели в сараях своих. Можно по забору идти, да? Да. Джентльменский выстрел в спину. Все нормально, так должно быть. Ты чё меня здесь ждал? Ну, я что-то открыл. Патроны. Не, нифига, дробашные патроны надо забрать. Они самые ходовые. Вот. Ну и пульки, наверное, какие-то сраные. Что мы открыли? Я так понимаю, вот эту дверь. Да. Мы тут бежали от этих ублюдков в панике. Но на самом деле... Да ладно, я в панике бежал, согласен. Ну и кто здесь в панике, тварь? Кольнуть его надо. Не успел, сука. Да-да, это была паника. Крудок Скро. Как он меня спальнул?
Ну-ка, иди. Это прям хорошо. Так, надо не заблудиться. Хрен с ним заблудиться. Главное, чтобы не потерять, где я был, где я не был. О. Чё? Понятно, они такие. Здесь я был. А что копыт? Вот что копыт зимой? Это финиш. Мы туда не пойдем. А вот посмотреть Николсона я хочу. И время мне на самом деле не так важно. Или это финиш? Черт, где Николсон? I need a key. Вот финиш. А Николсон дальше, значит, будет. Блин, мне нужен он сейчас. Но есть вероятность, что здесь просто большой уровень. Так. Так. О, там лифтик. А это знак, что мы можем что-то найти здесь. Сраную хрень с двумя стволами. Нет, спасибо. Ну, лучше б Николсона мне показали, твари. О, сердце. Хорошо, ладно. А вот внизу, скорее всего, здесь что-то есть. Откуда ты меня палил, тварь? Почему? О, да тут целая... О, тут целый замок из этих. Что-то открылось. Опять два ствола, да нахрен они сдались? Ну, чисто рыбок добить, да. Теперь высматриваю в стенах, блин, либо взорвать ее, либо открыть ее. Ну, в этом и клево. О. Так. Сердце надо забрать. Опять что-то открылось, смотри. Короче, прополз, открылась дверь. Значит, мне нужно было там проползти. Бой. Лишнего не будет. Так, ладно. Сито хорошо, где Николсон? Кукла Вуду. Ванная. Можно огнемет на них использовать. Ты чё, пёс? А ты чё, пёс? Если после бани тошнит, лучше баню не принимать. О, футбол. Да, два стола на крысу. Это прям офигенная идея. Опаньки, привет. Смотри.
Смотри-ка. Можно баллону просто в ебальник было кинуть. Бронька, круто. Все хорошо. Ага, вот, дверь замкнулась. Значит, окей, вот это взорвано было случайно. Ну, серьезно, где Джек Николсон? I need a key. Короче, отсюда можно было туда запрыгнуть. Ага, но мы здесь были. Но мы здесь не были до конца. А чё, как наверх? Вот тут, наверное. Нет. Вот наверх, окей. Ну, допустим. Тут, короче, какая-то замута, чтобы я только эти штуки взял. Ну, сердце, сердце, кстати, сердце. Надо бы вернуться еще сердце пособирать, но это не так важно. А важно вот что. Где, сука, Джек Николсон? Джеки, Джеки, адя, адя. Сдается мне, надо под этой херней проходить, чтобы он открылся, и вернуться обратно туда. Что-то открылось, и надо быстрее посмотреть, что. А он быстро закрывается, и куда бежать получается? Ну, грубо говоря, вот раз, вот два. Где закрылось, что открылось? Короче, наверное, вот сюда надо. Короче, хуй знает. Открывается там. Тут не поймешь, звук в играх, конечно, здесь прям не всегда правильный. Короче, ладно. I need a key. Да что ты пристал? Не такие, не такие. Ну, с другой стороны, у нас есть броня. Кстати, писячий фонарь. А вот тут что-то есть. Отличный, отличный план. Да не такие. Так, ну раз теперь у нас есть ключ. Окей, сердечко. Цыпленочек. Где-то еще сердце оставалось. Блин, да хрен с ним сердцем. Где Джек Николсон? Он же стопудов здесь. Ведь целый уровень об этом кричит, что Джек Николсон где-то здесь. И надо по этим долбанным кустам идти. 100%, чтобы до него выбраться. Вот здесь поднимаемся. Потому что кроме этих странных пистолетов, здесь должно быть что-то еще. Вот. Видишь? Ну типа вот кусок. И там Джек Николсон. Потому что что? Правильно.
Потому что это единственное место, куда я не заходил за все время. Я туда хочу попасть. Кстати, сапоги у меня есть. О, у меня есть сапоги. Нет. А вот и нет. А, окей, хорошо. И что мне это дало? Закрыть за собой вход? Вообще бесполезная для меня штука, по крайней мере. Давай попробуем поехать на лифте. Подожгем кнопки, обосрем лифт. Но нет, я имею в виду... допрыгнуть туда. То есть мы здесь прошли. Прыгнули сюда. И вот это единственная стена, которая здесь выбивается. Ну, то есть надо на нее прыгнуть, получается. И что? О! Невидимость. Круто. Только где Джек Николс? Ну вот я здесь, а толку? Короче, это кусок уровня, который просто издевается надо мной. Ладно, невидимость. Хрен бы на нее. Я уже все потратил. Хорошо, я нашел ключ. Почему это здесь не открывается? Хрен с ней, с невидимостью. Где Джек Николсон? Можно было бы сказать, хрен с ним же Джек Николсоном, но нет. Это первоначально, я ради него на этот уровень пошел посмотреть. С Джонни? Вы с Джонни? Ну там я был. Здесь что-то закрывается. И, наверное, где-то здесь. Короче, ладно, у нас появился ключ. Надо найти дверь. Мы тут все нажали. Ладно, где Джек Николсон из «Сияния»? С Джонни. Так, ты мне объясни, зачем мы взяли ключ? Что у нас на этот раз сломалось? Блин. Что это за дверь? Почему она даже никак не отображается? Это просто часть кустов? А, конец уровня, клево. Вот. И где Джонни, твари? Он где-то здесь, 100%. Ну, допустим, ладно, я его не нашел. Но я знаю, что там надо 100% было по кустам идти. Потому что что? Правильно, дальше кустов уже не будет. Ну, я запрыгнул куда хотел, толку от этого. Может быть, там будет еще один уровень, и там будет Джек Николсон, но я прям... прям, сука, расстроюсь, если это был крайний уровень с этой... с этим... озеленением. Потому что... ну... ну ладно, окей. А, 4 секрета, один из них Джек Николсон должен быть. Что ж поделать. Ладно, всем спасибо.